Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами приготовить легкий, быстрый, вкусный салатик. И для начала нам потребуется отварная куриная грудка. Можно запеченную в духовке, можно отварную. В моем случае я ее отварила просто в подсоленной водичке. И сейчас буду нарезать на небольшие кубики. Кубиками я буду нарезать один желтый перец. Также кубиком я буду нарезать две помидорки. Также будем крошить кубиком один небольшой огурчик. Добавляем 125 грамм вот такую баночку творожного сыра. Добавим еще 1 столовую ложку майонеза. И все хорошенечко перемешаем. Ну что же, вот такой вот вкусный, легкий, в некотором смысле даже диетический салатик у нас получился. Так что всем желаю приятного аппетита!